Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух рязанцев, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 16 июня 2019 года в одном из дачных домов поселка Листвянка Рязанского района сотрудники полиции обнаружили тело местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования следователи вышли на двух главных подозреваемых. 19 июня 2019 года два жителя города Рязани прибыли в поселок Листвянка Рязанского района Рязанской области. Один из них искал свою гражданскую жену. После того, когда один из задержанных обнаружил свою сожительницу в доме у одного из местных жителей, то сначала между ними произошла словесная перепалка. Позже возникшая на почве ревности ссора переросла в серьезную трагедию. После того, как они нашли сожительницу в одном из домов поселка Листвянка с потерпевшей в обнаженном виде, они причинили множественные телесные повреждения, от которых в последующем потерпевший скончался. В ходе проведенного осмотра места происшествия с участием следователя-криминалиста и эксперта отдела криминалистики Следственного управления были обнаружены и изъяты криминалистические объекты, в том числе следы и орудия преступления, которые стали неопровержимыми доказательствами по уголовному делу. Грамотно спланированные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия позволили быстро установить и задержать подозреваемых в совершении данного преступления. Следователи установили, что один из задержанных нанес потерпевшему несколько ударов ножом в горло и грудь, которые оставил на месте преступления. Во время следствия злоумышленник утверждал, что убийство не было его целью, а нож он взял в руки только для того, чтобы напугать своего собеседника. Однако полученные потерпевшим травмы оказались смертельными. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Задержанным рязанцам грозит наказание, предусмотренное частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса России сроком до 15 лет лишения свободы.